26 марта стартовал ежегодный профессиональный конкурс преподавателей дошкольного образования «Воспитатель года 2018». Конкурс проводится на основании приказа Министерства образования Республики Дагестан. Организаторами муниципального этапа являются городское управление образования и городской профсоюз работников дошкольных организаций. Как пояснила методист по дошкольному воспитанию Камила Идикова, основная цель проводимого мероприятия – повышение престижа воспитателей и поддержка творческой деятельности. На современном этапе наш дошкольник изменился. Поэтому и вот такие наши конкурсы профессиональные, они дают нам очень большую пользу в том плане повышения творческой активности, теоретической подготовки и практического опыта наших воспитателей. Всего для участия в конкурсе было заявлено 11 претенденток со всех дошкольных учреждений города. Открытие прошло в стенах детского сада «Звездочка». Согласно положению конкурса, он направлен на демонстрацию лучших профессиональных качеств педагогических работников дошкольных организаций. Программа творческого состязания была разделена на несколько этапов, такие как мастер-класс, педагогическое мероприятие с детьми, публичная лекция и профессиональный разговор. В предоставленном слове заместитель начальника городского управления образования Иса Чергизбеев подчеркнул о важности роли воспитателей в становлении и развитии ребенка как личности. Хотелось бы поблагодарить вас за ваш добросовестный и очень благородный труд, который, наверное, не оценим и не сопоставим с другой работой, которой проходим. Вот. Желаю я вам достойно выступить, показать все, что, на что вы способны. И, естественно, как сказал Гаджи Абакарович, первое место бывает только одно, но вы уже лучшие из лучших, поэтому желаю вам победы и удачи. Сами участницы утверждают, что наряду с серьезными испытаниями конкурс дает им мощный импульс, как для профессионального, так и для личностного роста. Возможность набраться полезного опыта, а также потренировать свои способности в работе и уверенность выступления на публику. В работе, опыт работы. Работа с детьми мне очень нравится. Работая с детьми, я чувствую себя ребенком. Для меня лично это не соперничество. Я знаю, что участвуя уже в конкурсе, это уже победа, раз ты участвуешь там. А остальным всем нам удачи, ни пуха, ни пера. Членам жюри предстоит на основе пройденных этапов выбрать, кто же по достоинству заслуживает зваться лучшим воспитателем года. Итоги конкурса будут подведены 30 марта. Победительница представит город на республиканском этапе. Пика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».